Всем большой привет и добро пожаловать на наш канал «Просто рецепт». Сегодня приготовим с вами очень вкусные творожные кексы без муки. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. И для этого рецепта мне понадобится 200 грамм творога, у меня 9% жирности, 150 грамм манной крупы, также 150 грамм сахарного песка, 2 яичных желтка, 2 яичных белка, 70 грамм сметаны, щепотка соли, 6 грамм разрыхлителя и пакетик 8 грамм ванильного сахара. В чашу высыпаю сахарный песок, ванильный сахар и добавляю желтки. Все вместе перемешиваю миксером. Получается вот такая крошка. Добавляю сметану и творог. Если творог у вас крупинчатый, то перетрите его через сито или пробейте блендером. Все тщательно перемешиваю. Добавляю манную крупу и разрыхлитель. Снова перемешиваю миксером. И оставляю тесто пока в сторону на 10-15 минут, чтобы манка хорошо набухла. В отдельную сухую миску перекладываю белки, добавляю щепотку соли и чистыми венчиками хорошо взбиваю в пышную воздушную пену. Далее в тесто добавляю взбитые белки и аккуратно их вмешиваю. Вот такое тесто в итоге получается. Я подготовила силиконовые формочки, слегка их сбрызнула водой и распределяю тесто по формочкам. Заполняю их примерно на 2/3 объема. Получилось у меня 12 штук. И ставлю творожные кексики в хорошо разогретую духовку. Выпекать буду при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут. Смотрите на особенности своей духовки. Сверху свои кексы я слегка посыпаю сахарной пудрой. И готовым кексом даю полностью остыть. И вот такие воздушные творожные кексы на манной крупе у меня получились. Очень мягкие, нежные, не сухие, в меру сладкие. Такие кексы отлично подойдут к чаю или несладкому кофе. Быстро и просто готовятся, буквально несколько минут вашего времени. Все ингредиенты для этого рецепта доступны, а сами кексы получаются вкусные и нежные. Попробуйте и вы приготовить их, порадуйте себя и своих любимых. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текст и формат рецептов вы, как всегда, найдете на Дзен. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр. Желаю вам прекрасного настроения, крепкого здоровья. До скорых встреч и пока-пока!